Повышение осознанности. Что вы на тонком плане становитесь таким же осознанным, как и в своей повседневности. Ну, повседневности. А зачем это нужно? Для того, чтобы вы смогли, ну, для начала, как минимум, чтобы на вас не было никаких низких атак, низковибрационных. Сейчас очень пестрый мир. Там шастает, кто кому не лень. И поживиться тоже много желающих. Я не хочу сказать, что это нужно обороняться вот так вот. Иногда нужно стать в нейтральности, и тогда мимо вас просвистят и как желающие покушать, разные персонификаторы, которые придут к вам и скажут: слушай, а я великий учитель. Я тебе все скажу, ты избранный. Но это нужно использовать? Можно это использовать? Осознанность наведения? Да. Осознанность, да. Фактически это тот же самый контроль мыслей на тонком плане. Если здесь контролируешь, ну, бег мыслей, например, останавливаешь, там, в принципе, то же самое. Показывает какую-нибудь картинку, ну, астрал там или какую-то, смотришь и говоришь: не верю. Вот так. А какая связь с подсознанием? Есть какая-то связь с подсознанием? А вот это и есть подсознание. Ну, то есть это, получается, сознание уже беседует напрямую с подсознанием, я так понимаю. Подсознание, ну, это немножко искусственный термин. Сознание – это вот внешнее, ну, вот мы с вами осознанно говорим. Давайте назовем мысли и чувства подсознанием. Но ведь это же то же самое сознание, только его другой аспект. Когда вы переходите на язык как бы подсознания, на язык чувств, вы на вас невозможно повесить никакую астральную сущность. Они не владеют языком, и вы расходитесь вот так вот. Удобно в повседневности. То есть вы имеете в виду, что осознанность – это как раз-то понимание подсознания? Можно сказать так, да. Вот тот самый храм души – это фактически вход в подсознание. Но не просто в отвлеченное подсознание, а в глубины себя истинного. Нас не учили быть истинными. А это хотя бы какое-то приближение вот